Всем привет! Сегодня у нас очередной обзор на кроссовки беговые, летние. Не стал их выделять в разные категории, то есть когда можно сделать, в принципе, в одном обзоре обзор сразу на несколько моделей. Как вы догадались уже, это кроссовки Reebok, то есть знаменитая модель. Вот такая вот, это именно называется Reebok Zig Dynamic, эти Reebok Zig Blaze 2, эти Reebok Zig Light Run. То есть их связывает одно и то же наличие вот такой вот подошвы, Zig Tech подошва. То есть разрабатывалась специально для бега, обладает очень крутыми амортизационными свойствами. Вот вы скажете сейчас: да ладно, видел я там, одевал. То есть кто реально одевал оригинальные кроссовки, тот, наверное, чувствовал легкость и комфорт, то есть при ходьбе, то есть вы как будто летите. То есть не китайские, которые подделки на оптовке за 700 рублей, а именно оригинальная обувь. Сами кроссовки, то есть у них очень достойное исполнение, можно так сказать. Вот здесь вот, в частности, идет лакировка спереди. Здесь идет специальная двухслойная сетка. Лакировка не морается никогда. То есть, если даже и заморалась, вы пришли, протерли тряпку. То есть никаких проблем. Здесь идет все прорезинено, то есть также протерли. Тоже никаких проблем. Ну, подошва, есть подошва. Здесь, конечно, забивается иногда грязь, но, конечно, это лучше для сухой погоды. То есть разрабатывалась модель, как еще раз сказал, для бега, то есть хорошее амортизационное свойство. Вы одеваете, становитесь на 3 сантиметра выше сразу же. То есть пятка немножко сильнее приподнята, чем носок. За счет этого достигается максимальная динамика. То есть рывок быстрый можно без проблем сделать. То есть все очень круто, все очень качественно. Шнурки здесь хорошие, очень как бы нравится. Нога очень хорошо себя чувствует, не напрягается. Очень сильная вставка под пятку. Вот сейчас вот так вот уже кроссовки не делают. Вот эта модель где-то, сейчас я посмотрю. Модель это 12-го года. Ну, по тем временам это очень крутая модель считалась. То есть по ценам примерно стоит 3990 магазины сейчас вот. У меня они стоят по рубль 700, рубль 600, то есть 1600-1700 рублей. То есть модель за эти деньги очень качественная. Еще раз говорю, сейчас не делают таких кроссовок. Даже взять стельку из термополиуретана, то есть стелька очень плотная, качественная, прорезиненная, очень качественная. То есть с такими амортизационными свойствами не обладает ни одна из стелек. То есть сейчас для удешевления уже не делают такие стельки, пытаются запихнуть что попроще. Внутри все прошито. Также мягкий материал, подклад специальный на поверх подошвы. Тоже довольно-таки редко сейчас встретишь. Здесь сетка двухслойная, прочная, то есть все вентилируется, все очень качественно сделано. То есть вот такая вот модель. Вариации с цветами довольно-таки много. То есть в официальных версиях очень много цветов, разные материалы. Вот этот Zig Blaze 2, то есть с синими штанами, такими всякими, да, нам ко многому чем подходит. То есть кто не боится белого, то есть без проблем можете покупать. Очень качественно сделан, также очень плотная пятка, мягкая, то есть никаких проблем не возникает. Здесь все плотно, здесь тоже сетка, здесь идет специальное усиление с внутренней части, то есть все продувается, все
есть нога потеть летом не будет, ходить одно удовольствие только в таких ботинках. У меня вот у самого вот такого цвета ботинки, кроссовки, только положительные эмоции, нигде не трет, ничего не давит. Также вот женская версия, здесь уже такая более такая модифицированная сетка продольная, но при этом тоже продувается очень хорошо, то есть никаких проблем не возникает. Такие вот цвета, если вас не пугает ничем по зигзагообразная подошва, то есть можете в принципе сходить в ближайший вам магазин, официально сходить, померить. Я думаю, у вас модель это только оставит положительные эмоции. Вот такая вот коробка у них идет обычно. То есть, думаю, видно. Такая вот коробка. То есть модель очень качественная. Своих денег она однозначно стоит. Если есть вариант купить, обязательно купите. То есть никаких проблем не будет. Вы будете только наслаждаться ходьбой. Все, на этом обзор заканчиваю. Спасибо всем за внимание. Всего доброго.